Корея. Здесь правят те, кто родился золотой ложкой во рту. Самая золотая ложка из всех возможных. Хван Тэ-ён, сын президента Хван Хёндо из Дошин Групп. Второй по величине компании в Корее стоимостью в 300 триллионов вон. Смотрите, это машина Тэ-ёна. Интересно, сколько она стоит? Зацени, мама купила. А не журнала? Точняк. Сэнчон, спасибо за все. Нет, нет, Джинсок, нет. Вот надо было ему так убого подыхать. Это уже слишком. Можешь меня ударить. Ударить тебя я хочу больше всего на свете, но не стану. У меня нет денег. А ты ради денег готов на все. Доволен? Не улыбайся покупателям. Почему не улыбаться? Устанешь. Но он и правда такой крутой. Ты бы не показал мне этот кусок дерьма. Золотая ложка, которая делает богатым. 30 тысяч вон. Эта ложка может сделать тебя богатым. Иди в дом своего ровесника. Съешь этой ложкой 3 блюда. Тогда ты поменяешься с ним жизнями. А ты хорош? Может, я могу помочь тебе? Смог же все-таки. Ты и правда хорош? Давай есть. Хорошо. От Хван Тэ-ёна 1 миллион 105 тысяч 351 вон. Вот, возьми. Хотел сделать подарок, но не знал, что тебе понравится. Ты не должен этого делать. Просто возьми. Не можешь принять дружескую благодарность? Я могу. Отличить настоящее от подделки. Ты мой настоящий друг. Завидую Ли Сэнчону. Он живет так, как хочет. И мама у него тоже, наверное, есть. Ты столько делаешь, чтобы добиться успеха. Это восхищает. Но тебе надо почаще улыбаться. Правда? Да. Ли Сэнчон сделал все отчеты, верно? Мне очень жаль, отец. Я хотел, чтобы ты меня похвалил. Ты должен быть наказан за свои проступки. Отец, я сделаю все, что угодно. Разберись с Ли Сэнчоном самостоятельно. Эй, Тэ-ён, я не вымогал у тебя деньги. Ты лжешь. Я позабочусь о том, чтобы тебя исключили. Милый... Папа, пожалуйста, проявите милосердие. Я тебе никогда не угрожал. Я просто использовал тебя. Я думал, мы друзья. Вот почему я не должен быть добр к бедным. Этого достаточно. Я правда умру? Эта золотая ложка может сделать тебя богатым. Джинсок, я не умру, как ты. Я позабочусь о том, чтобы выжить. Я здесь, чтобы попросить об услуге. Говори, можно мне поесть? Smile, but
На Джухи? Давно не виделись, Хван Тэйон, придурок! Хван Тэйон? Как ты мог так поступить с Ли Сын Чоном? Мы правда поменялись жизнями. Он наврал и подставил моего друга. Сын Чон. Мама? Да, мама тут. Вот же бестолочь. Мы ужасно переживали за тебя. Ты в порядке? Мама. Мама. Да, да, это я. Сын Чон. Ли Сын Чон. Почему он назвал меня Ли Сын Чон? Эй, ты чего свое имя выкрикиваешь? Дурак, что ли? Серьезно? Я назвал свое имя? Эй, Хван Тэйон, ты здесь что забыл? Все вокруг изменится, кроме тебя. И это будет выглядеть естественно. As if it heals the harm I've done. My reflection screams, you're not enough anymore. Forget all your dreams, you were better off before. I don't know who I've become. Another red eye, from LA to Nashville, I'm so tired. I'll smile, but I'm sad, still it's lonely. Between cities of people who don't know me. They don't know me. But do I even know myself? I've closed my eyes. I'm scared of who I've become. I live in disguise, as if it heals the harm I've done. Screams that you're not enough anymore. Друзья, после того, как вы все вынесли денег из стратегии, про которую я рассказывала, мой друг записал новый ролик с новой схемой. И пока он работает и ее не спалили, советую скорее переходить и вытаскивать бабки, а то опять не успеете. На прошлые подписчики суммарно очень неплохо вынесли. Пока есть рабочая схема, быстрее смотрите и пользуйтесь. Деньги лишними не бывают, ни для кого. Так что кликай вот сюда и начинай зарабатывать уже сегодня. Но поторопись. Кто знает, сколько эта тема просуществует, лучше нажимай на ролик прямо сейчас. Всем удачи, всем пока.